that to follow the continuation of this talk. Продолжение беседы. It is told that in Sushupti, deep sleep, people enjoy happiness. Говорилось, что в глубоком сне люди наслаждаются счастьем. Then because in deep sleep there is no sorrow, that's why he enjoys happiness. То, что в глубоком сне нет печали, и поэтому человек наслаждается счастьем. Then again told, if there is no happiness in deep sleep, then why people arrange so many soft bed, etc.? Ну, был задан вопрос. Если в глубоком сне человек не испытывает счастья, то почему, тогда почему люди сооружают себе удобные кровати, мягкие постели и так далее? Then he is told that it is just to destroy suffering. That's why they make the soft bed, etc. Это было сказано, что мягкие постели сооружаются для того, чтобы уничтожить страдания. The answer is that is when a man is patient, he can feel just to avoid suffering, he arranged soft beds, etc. На это был ответ. Когда человек болен, тогда да, для устранения страдания мягкая постель сооружается. But those who are not suffering from disease, his happiness is. Но мягкие постели сооружают также те, кто не страдает от болезни. It is. You should understand it. It is coming from Brahman. Это надо понимать. Это проистекает от Брахмана. Then next 41. И 41 переходим. Тори садхана джаннатват. Китайцы. Тархи садхана джаннатват. Шукам бхишаитам бхавет. Сукха бхишаитам бхавет. Бхавато эватра нидраяха. Бхават эватра нидраяха. Пурвам саджа самадижам. Пурвам шая самадижам. Then opposition is telling that if you say this bed and other things bring him happiness. Возражение. Если вы говорите, что постели другие вещи приносят ему счастье, then we can tell this happiness is from the other instruments. Значит, мы можем сказать, что это счастье проистекает от средств. Then that happiness can be told happiness of objects. И тогда это счастье можно назвать счастьем от объектов. Object of senses. Чувств. Счастьем от объектов чувств. Then Vedanta say that before sleep, this good, bad, etc., from there you will get happiness. It is, of course, should be accepted that this happiness is
from the object of senses. Двоетесь на это отвечает. Да. До того, как уснуть, человек получает счастье в зависимости от объектов чувств. But when he'll enter into sleep, what happens? That is. Но когда он засыпает, что происходит? Нидрам ту сукам йоттат. Читайте. Нидрам ту сукам йоттат. Джаннате кена хетуна. Шукави муко дхирадоу. Пащат манджет паре сукхе. So, the question is, in time of deep sleep, what happiness he get? Вопрос, какое счастье он получает во время глубокого сна? Which cause it comes? По какой причине? Джаннате кена хетуна. By which cause this happiness grows? По какой причине растет это счастье? The answer is, Шукаби мукхи дхирадоу. Before sleep, your interest in happiness is in the mind. It is from this object. До засыпания счастье, которое испытывает ум, проистекает от объектов этих. Пащат маджет парасукхе. But when he entered into sleep, then his happiness comes from supreme bliss. Когда он уже заснул, его счастье проистекает от высшего блаженства. Пащат маджет. Маджет means he entered deep into парасукхе, supreme bliss. Глубокого вхождения в высшее блаженство. Заград бабритиви сранто. Сванинджи, а если вот снится плохой сон, страшный, это же какое счастье? Это же несчастье? Вот. Если речь идет о глубоком сне, без сновидения. Без сновидения, вот так вот. Because when asleep, he cannot remember the soft bed and other things. He did not come in his mind. В глубоком сне он ничего не помнит, ни о мягкой постели, ни о чем. So from there, the happiness does not come. И не от этих объектов его счастье проистекает. At that time, still he is happy. It means from supreme bliss, happiness will come. From not any other place. И поскольку он счастлив в этом состоянии, источником этого счастья является высшее блаженство. Говорит. Jagrat vabritti vi shanto. Jagrat dvaya vritti vi shanto. Vishrammo ata virodhini apanite. Vishramya cha virodhini. So, in the waking state, there are so many other состояние бодрствования столько разных тревог и беспокойств. Они get tired from them. Человек устает от них. Then after getting
rest, bisramya. After getting rest, отдохнув, then all opposite worries, anxieties will go by rest. Эти, когда человек отдохнет, эти тревоги и беспокойства уходят. Then шатшаста читта анубхавет вишая сукам. Then when mind has become pacified, шаста. Когда ум успокаивается. Then анубхавет вишая сукам. He enjoys the happiness of object. Он наслаждается счастьем от объекта. Атма би муко дхи биттеу. Свананда пратибимбати. Анубхуйе, анубхуйо энаматрапи. Трипутта санти мапнуя. О, нет. Покажи, покажи. Ну, вот мы первую строчку сначала прочитали, а вторую еще не читали. 43-й сутри. Нет, мы только первую прочитали, а вторую мы еще не прочитали. Бирадина, после шаста читта, когда ум бивает... Спокойно. А, мы просто не прочитали, а вы рассказали. Когда он уговорит, когда он чувствует радости от объектов. От объяснений софтбэда штучки. От мягкой постели и так далее. Но 44. Атма би муко дхи биттеу. Читайте. Атма би муко дхи биттеу. Свананда пратибимбати. Свананда пратибимбати. Анубхуйе энаматрапи. Анубхуйе энаматрапи. Трипутта шантим апнуят. Трипутта. Шрантим апнуят. Шрантим апнуят. Атма вимука дхи битту. When your modification of mind becomes inward, антармука. Тогда модификация ума направляется вовнутрь. Then, in that buddhi, шашарупа ананда, атмананда is reflected. В таком будхе отражается вот саша. Атмананда, радост, this bliss of атман, of your own self. Блаженство атмана в самом себе. Get reflected. Когда модификация направляется вовнутрь, блаженство атмана в самом себе отражается в таком будхе. That reflection is called Vishayananda. Такое отражение называется Вишаянанда. Objective bliss. Объективное блаженство. Why objective bliss? Why objective?
there is no object. You see, object is this reflection of the self. Объективным, потому что объектом тут является отражение Высшего Я. It is some object in the Buddhi, not the self itself. Это объект в Будхе, но не само Высшее Я. In such case, в таком случае, Your tiputi is not destroyed. Your tiputi, remember or not? Трипути, в таком случае трипути не разрушается же. Помните, что такое трипути? Помните? Гьята, гьянам and гьям. That is, I am the knower. Я познающий. I am acquiring knowledge. Я обретаю знания. And my object of knowledge is Atman. И объект моего знания Атман. This call this Triputi is some activity. These three things together is an activity. Эти три вещи вместе вид активности. So it also a type of disturbance for your samadhi. И это тоже мешает твоему самадхи. So told, even though in the reflection of self, in the Buddhi, one may get happiness. Даже при том, что в отражении Высшего Я в Будхе человек может получить счастье. But here also, because of this triputi, you get tiredness. Но из-за самого трипути появляется усталость. Shanti mapnuyat, you may get this tiredness. Он может получить усталость. Поняли? It is also not direct bliss from Atman. Это не прямое блаженство Атмана. Next. It is about deep sleep or it is something else? It is about deep sleep? Yes, in the sleep. Это про состояние глубокого сна. Та самаша апунитиртам. Апунитиртам. Джива дхавет паратмани. Таттено иккам пратпататратьо. Брахмананда Сайам Бхавет. Брахмананда Сайам Бхавет. Now, that tiredness of Трипути. Это усталость Трипути. As you want to drive that also, Апунити Артхам. Сколько он хочет от нее избавиться. Then individual runs towards Supreme Atman. Он бросается к Высшему Атману. And after attaining oneness with that Atman. И достигнув единства с этим Атманом. There the joy of Brahman, bliss of Brahman automatically comes. Автоматически испытывает блаженство Брахмана. Because this Трипути is a disturbance for supreme bliss. Потому что Трипути это
помеха высшему блаженству. So, to get freed from that disturbance, чтобы освободиться от этой помехи, his mind rushed towards Supreme Brahman. Ум его кидается к высшему Брахману. So, when he'll get unity with this Brahman, когда достигаешь единства с этим Брахманом, then this bliss of Brahman automatically comes, Swayam Bhavet. Автоматически приходит блаженство Брахмана. So, step by step it is explained how one gets the supreme bliss of Brahman. Так, шаг за шагом объясняется, каким образом получается блаженство Брахмана. So, Swamiji, they actually state that it is possible to attain Brahman in deep sleep. This is the direct statement that experiences bliss of Brahman in sleep. In unity, getting united with Brahman. It happens, but it is still covered with ignorance. How can it be covered with ignorance if there is no this Triputi? That, There is no Triputi. Triputi also is covered with ignorance, but ignorance remains, that is. There is no Triputi, but there is ignorance. How is that possible? Triputi is born out of ignorance, but at that time, simply covered in deep sleep, you rejected all other body, senses, mind. В глубоком сне ты отвергаешь плотное тело, чувства, ум. Deep sleep, they are not active at all. Они вообще не действуют. But he's enjoying a type of joy, but not understand where from this joy comes. Он наслаждается блаженством, но не понимает, откуда это блаженство. So, there is no illumination of Brahman. Поэтому просветления Брахмана здесь нет. So, even though he is united with Brahman under only a covering of ignorance, is there it is proved that after getting up from deep sleep, ты объединяешься с Брахманом, но под покрытием неведения, что доказывается, когда просыпаешься. That you can say, I was sleeping very happily. Ты можешь сказать, я так хорошо поспал. I did not know anything. Ничего не знал. I did not know anything means you are covered with ajnana. Ничего не знал, значит, агняна был покрыт. And you admit that you are sleeping very happily. В то же время ты признаешь, что счастливо спал. It is from your memory. Это из памяти своей. Memory cannot come if it does not happen in the sleep. Память не может дать этого, если бы во сне это не происходило. But you are under ajnana, so you did not even remember that you were enjoying happiness. Ну, ты под действием ajnana. И поэтому не помнишь. So when you get up from the sleep, you understand, you enjoy sleep nicely at that time, because now no more he is. Понимаешь, что тогда во сне ты наслаждался сном, но сейчас этого уже нет. Working state of ajnana has become diminished, so you can tell
Tell from memory. Ты говоришь по памяти. Now it is telling that the real Brahmana they get when Tiputi is also must. When Tiputi is disappear for your running to a Satman. Когда Трипути исчезает, ты бросаешься к Атману. Then you'll be clearly united with Brahman. Ты будешь ясно объединен с Брахманом. And this unity will bring all bliss, absolute bliss of Brahma, Brahman. И это дает полное блаженство Брахмана. Now a lot of examples are given. И дается множество примеров. Different types of joy, bliss. Самиджи. Диштанта шокунешена. Диштанта шокунешена. Кумарашча махан рипаха. Махабрахмана иттете. Шупти ананде сутирита. О, экземпль дистанта. Примеры. Shakuni means bird. Птица. Shena means is ariel. Ariel. Hunting bird. Then Kumara means a simple boy. Мальчик. Mahanipa, a great king. Великий царь. Mahabrahmana means a man who knows Brahman. Махабрахмана. Познавший Брахмана. These few are get they are the example of getting joy in deep sleep. Этим немногие дают примеры радости, испытанной в глубоком сне. And all these examples are from the Shruti, Shruti Hiritaha. И все эти примеры из Шрути. So, one after another. Shukuni Shutravan Baddhasan. Shukuni. Sutravadvasan. Sutravadvasan. Dikshu Bhapritya Vishramam. Dikshu Yapitya Vishramam. Alabda Bandhana Sthanam. Alabda Bandhana Sthanam. Hasta Stambadi Upashrayat. Hasta Stambham Duhusham. Упасрет. Упасрет. Говорит, example. The bird when tied with a rope. Привязанный веревкой. With a thread, with a thread. Привязанный. Сутрабаддха means tied with a thread. So he runs Dikshu Bhapritya Vishramam. He runs in different directions. Он мечется в разных направлениях. Lies in different directions. Летит в разных направлениях. Then does not get
rest anywhere. Где не находит покоя. Because in the sky there is no place to sit, so you get tired and does not get any place to get rest. Он утомляется, отдохнуть не может. Then finally he comes to the place where he is tied. Vandanasthanam. И он возвращается в то место, к которому привязан, в конце концов. Either in the hand or in a pole. На шесте или на руке. Where you are tied, if a man keeps the hand in the thread, then he will sit even in the hand of the person. Если человек веревку держит в руке, то он вернется на руку. Or if it is tied in a pole, then there it takes rest. Если веревка привязана к шесту, то на шест вернется. So, that is, example means, whole day you are getting tired. Then, если весь день движешься и устаешь, to search for rest and take your burden. Ищешь место, где отдохнуть, и в постель свою ложишься. This getting rest is your joy in deep sleep. Это будет твоя радость глубокого сна. Next one. Следующий. So, next one. Jibupadi manastad bad. Jibupadi manastad bad. Dharma dharma phalaptaye. Dharma dharma phalaptaye. Sapne jagradicha bhrantya. Sapne jagradicha bhrantya. Kshine karmani dhiyate. Шрине кармани джияте. Лияте. So here it is told that similarly as in the example of the bird, that the individual who has a mind then his mind has bhakshu and bhaisa, dharma adharma. Аналогично. У дживы есть ум, у ума есть порок и добродетель. So, in order to get the result of this bhakshu and bhaisa, чтобы получить результат порока и добродетеля, in dream, and waking state, he moves here and there. Во сне и в бодрствовании он действует, он движется то там, то здесь. When his result of good and bad gets diluted. Когда растворяется результат его доброго и злого, then he get merged into Brahman. Он погружается в Брахман. The example is bird is given, that is whole life you are to getting the fruits of
good and bad karma. Всю жизнь ты пожинаешь плоды доброй и дурной кармы. This you will get only in dream and waking state, not in deep sleep. В состоянии бодрствования и сновидений. And when all your good and bad karma will be exhausted. Когда твоя хорошая, плохая карма вся будет истощиться, исчерпана будет. Then only your mind will be merged into Brahman. Только тогда ум твой растворится в Брахмане. So it is similar to bird. Аналогично. It flies all directions and finally sits in the place of tying. Ну, как птица, которая во всех направлениях полетала, в конечном счете приземляется к месту, на которое привязана. So individual jiva, in his mind there is good and bad karma. Так и отдельная личность, в уме которой есть хорошая и дурная карма. It takes many lives to exhaust it. Требуется много жизни, чтобы ее истощить, исчерпать. But in any life, when it is over, then only you can merge into Brahman. Только когда она истощится, ты можешь погрузиться в Брахман. It is Brahman, Atman, or ignorance of deep sleep. If karma is exhausted, then the cause of karma is ignorance. Ignorance also will be exhausted. Когда причина кармы будет исчерпана, тогда и неведение исчерпается. Сена бегено нилейко лампата. Нилейко лампата. Нилейко лампата. Шайтун бражет. Шайтун бражет. Джива шуптей тата дхавет. Джива шуптей тата дхавет. Брахмананда лампата. Брахма-аманда-калам-хата. So, what is this bird, hunting bird, or what it is called? Eagle. Eagle, good. So, when an eagle was flying in the sky, incessantly. Орел бесконечно парит в небе, непрерывно парит в небе. Then, when he gets tired, когда он устает, his only intention is to run towards his nest. У него одно намерение – добраться до гнезда. And flies quickly towards the nest. И он туда несется. Similarly, the individual, when he gets desirous to get the joy of Brahman. Аналогично, личность, когда возжелает радости Брахмана. Then, with a desire to get deep sleep, he runs towards his heart, sky of heart. С желанием глубокого сна обращается к небу своего сердца. Let us repeat this once again, Swamiji. Mm-hmm. It is not quite clear. That this eagle all day flies in the sky.
Орел весь день парит в небе. And when he gets completely tired, когда устанет, then he quickly, very speedily, он быстро returns to his nest, возвращается в свое гнездо, to get freed from tiredness, чтобы освободиться от усталости. Similarly, an individual, when he has become very much desires to get the joy of Brahman. Аналогично, личность, когда очень хочет получить радость Брахмана, then, in order to get a deep sleep, чтобы обрести глубокий сон, he runs towards his space of heart. Обращается к пространству своего сердца. It is told that eyes are the place of waking state. What? Eyes. Говорят, что глаза – это место состояния бодрствования. Then, mind is the place of dim state. Ум – место сновидения. And his heart is the place of deep sleep. А сердце – состояние глубокого сна. So he runs towards the space of the heart. И он обращается к пространству сердца. So it is Sushupti state is telling how from other states it goes to Sushupti to take complete rest. Как он обращается в состояние сушупти, чтобы получить полный отдых. Отибала станам питва. Отибала станам питва. Мидушаджа гото хасан. Рагва дешади анутпатте. Анандейка свабхава бхак. So, very small child, Atibala. Младенец. After sucking breast, Танам питва. Насосавшись груди материнской. Then, lying in the soft bed, smiles. Лежа в мягкой постели, улыбается. Because his attachment and hate not yet arises in the mind. Потому что в его уме еще не возникла привязанность и отвращение. Рагат-деша ади анутпаттехе. It does not arise as yet. Еще не возникла. So he gets simply joy. И он испытывает просто радость. He can get joy after in his sleep. Во сне. Then next one. Maharaja Sarbhauma. Maharaja Sarbhauma. Santipta Sarbhaugata. Сантамрита сарва бхогата. Манаш ананда симанам. Манаш ананда симанам. Прапья ананда эка мурти бхак. Прапья ананда эка мурти бхак. Or, as for example, a great king, sarva bhuma king means
who has occupied all the lands. Или, например, всемогущий царь, который занял все земли. He gets all types of enjoyment. Получает всякого рода наслаждение. And getting satisfaction of all the joys of this world. Получает удовлетворение от всех радостей мира. And then he remains in happiness. Остается в счастье. But when he has fulfilled all types of enjoyment, he remains in happiness. Когда он получил всякого рода удовольствие, испытал все удовольствия. That means he has no more desire for any other thing. У него уже нет ни желаний никаких. So automatically he remains in happiness. И автоматически он пребывает в счастье. Но он же не получил еще состояние брахмана. But he hasn't received the state of Brahman. You see, if actually, if he becomes desireless, если он не имеет уже никаких желаний, desires come from Agnana. То, что желание возникает от Агняны. Then Agnana gets destroyed. Агняна у него разрушается. So Brahmananda automatically comes. Автоматически у него наступает Брахмананда. Next one. Следующий. Mahavipra Brahma Vedi. Mahavipra Brahma Vedi. Krita Kittatta Lakshanam. Krita Kriyatva Lakshanam. Vidyanandasya Paramam. Vidya Anandasya Paramam. Kashtam Prakpa Vatishtate. Kashtam Prakpa Vatishtate. That is real Brahman. This is a great Brahman. Великий Брахман. Well known Brahman. Познавший Брахмана. So, he has become completely fulfilled. Полностью исполнен. Kitakittasya lakshana. Whatever he needs to do, everything has been done. Все, что ему требовалось сделать, уже сделал. So he attained perfection, fulfilled everything. Достиг всего. So he reached to the highest joy of knowledge. Достиг высшей радости знания. So, getting that Vidyananda, she stays in freedom, Bodhisattva. И достигнув этой Vidyananda, пребывает в свободе. That is, he stays in the form of Brahman itself. Пребывает в форме самого Брахмана. All the examples from different Shruti, different Upanishad has been placed together. Все это примеры из разных Шрути, которые приводятся здесь вместе. Okay, now it is telling that who are happy. Теперь говорится о тех, кто счастлив. Мукдха Буддха Атибиддханам. Атибуддханам. Мукдха Атибуддханам. Луке Сиддха Сукатмата. Луке Сиддха Сукатмата. Сукатмата.
Суха Ахмата. Ударита Наманоту. Ударита Наманету. Ударита Наманету. Ударита Наманету. Оннету. Ударита нам оннету. Итали? Удха хрита нам маньету. Ударита нам плюс оннету. Удха хрита нам маньету. Дукхина на шукатмакаха. Дукхина на сукха атмака. Now it is told, among all these examples, среди этих примеров, Mukta means the child who has not developed discrimination. Владелец, в котором способность развлечений еще нет. And Buddha means those who are has very much discrimination. Тот has discrimination, Buddha. И способный различать Будда. That is this great king. То есть великий царь. And not the Buddha, that who has means highest discrimination attained Brahman. И тот, кто достиг высшего различения Брахманом. So these three types of people. Эти три типа человек, людей. They enjoy happiness in this world. Наслаждаются счастьем в этом мире. Удаританам. Among these examples, Уннету. Среди этих примеров. Other people. They are really unhappy, Dukkhino. Другие люди. Адаса сторопу. Печально. They do not attain happiness. Не достигли счастья. People, among, what is meant? People, or, from this example, no. Eagle and falcon are not happy. No. It is told. Of course, from the examples we find that three types of people. The child, the king, and Nara Brahma. Ребенок, царь, познавший Брахмана, счастливым из этих примеров. In this world they are known as happy. В этом мире никто больше не счастлив. Others. Others mean all other people. Другие все люди. Only they have attachment to other things, so they are unhappy. Всегда привязаны к чему-то еще, и поэтому несчастливы. They are not happy people. Они несчастные люди. So their example is not given anymore. Only these examples are given. And what about falcon and eagle? Eagle are examples of attachment and falcon, or not? Ребенок это до 6 лет, либо до 10. Младенец, который насосался материнской груди и спит с улыбкой. Он не понимает еще ничего, не распознает, не различает.
Царь, наоборот, насладился всем, все вкусил, ему больше ничего не надо. А Брахман, он и есть Брахман, сколько достиг Брахмана. Because we are actually thinking of human beings, huh? So we found out three types of people, they are happy. Среди человеческих существ три типа счастливые. And birds and eagle, about them nothing more is needed to tell. Насчет этого орла и сокола больше ничего не говорит. Next one, huh? Следующее. Кумарадипатевайам. Брахманундейка татпара. So this example is not important. Otherwise, like the child and other two. Как ребенок и другие два царя Брахман имеется в виду. This people of deep sleep. Человек в глубоком сне. They become eager to get the joy of Brahman. Хочет достичь радости Брахмана. So they have no perception at that time. Not outside, not inside. У него нет восприятия в это время, ни внешнего, ни внутреннего. As when a couple is remain embraced. Как в объятиях любви пара. So it is simply wanted to say that these three type of people, they become interested to get the joy of Brahman. Как не росли. Как в объятиях любви не осознаешь ни внутреннего, ни внешнего. Байям раттадикам биттам. Грихакиттам ятантарам. Тата джагараннам бахьям. Нариста сапна антара. If told, these people are conscious about neither outside nor inside. Сказано, что эти люди не создают ничего ни внутри, ни снаружи. So, here it is telling, what is the outside and inside? В этой сутре объясняется, что внаружи, снаружи, что внутри. They are not conscious of outside means vettadikam bittam. That is,
outside you see a road going by car on lanes where снаружи дорога поездка в телеге. What is happening there? Проводки. They are not conscious about that. Они этого ничего не осознают. And inside means duties of the house. А внутри это домашние обязанности. Грихакритам. They do not remember at that time. Они не помнят об этом. Similarly, working state is the external state. Аналогично с этим, состояние бодрствования – это внешнее состояние. And internal state is dream, that is when you are. Состояние сновидения – это внутреннее состояние. That is Narishto. Narishto is telling when dream state is that your mind is entered into the veins, which is called Hita. In this veins, твой ум вошел в каналы, который называется. Mind moves in that lines. So people get dreams. Определенные каналы, и по этим каналам получаются сны. This dream is here called that one is not conscious about internal happenings. Ну, да, нет. It is internal. Exactly. Dream state is internal. Состояние сновидения – это внутренний опыт. Внутреннее состояние, восприятие. Waking state is external. Состояние бодрствования – это внешнее восприятие. So, at time of Brahmananda people is neither aware of outside waking state nor aware of dream state. In dream and in deep sleep there is neither external nor internal. А в состоянии глубокого сна нет ни внешнего восприятия, ни внутреннего восприятия. Yes. А каналы – это вот в зависимости от кармы каждого человека? These dreams, when mind goes through these channels in dream state, they depend on karma of man. Yes. Да, от кармы. Now in that state, you see, in deep sleep, питапи шуптабо шупто It is clear statement that Brahman can be experienced in deep sleep. Plain and clear. What is it? The Shruti says, in sleep even a father is no father. Oh, that is, I'm reading one thing. Then in the absence of... Питапи шупто опита. Питапи шупто опита. Итьядо живатва варанат. Шупто брахма ива но живаха. Шамсаритто самикшанат. So, шупто, in deep sleep, в глубоком сне, пита апи опита, father does not remain as father. Отец уже тебе не отец.
So, because Shruti is given that at that time your individuality is lost. Jivatva varana. Shruti по этим показывает, что твоя индивидуальность в этом состоянии теряется. In deep sleep you don't remain as father because you have no consciousness of father. Similarly, Shruti Jivatva Varana, that is in Shruti is telling like that. Так говорит Шрути. In deep sleep Pita does not remain this state of father. Отец уже вне состояния отца. So, in deep sleep, Jeev turn into Brahman. He does not remain as individual. Он превращается в Брахмана. Он перестает быть индивидуальностью. So, a jiva lost his all other qualities. If father become not father. Jiva утрачивает свои качества, если отец уже не отец. So, and also you are not aware of your quality of jiva, that birth and death, etc. No idea remains. У тебя нет идей рождения, смерти и так далее. So in deep sleep. Jeev becomes Brahman. Jeeva становится Брахманом в глубоком сне. At that moment you cannot think him as an individual person. О нем нельзя думать как о отдельной личности. Similarly, another one, it comes to the picture. That pittityadi abhimano ya. Сука духа кара сахи. Сука духа кара сахи. Тасмина пагате тирна. Тасмина пагате тирнах. Сарван чокан бхубаттаям. Сарван чокан бхамматиям. Со. An individual, when his egoness is like egoism as father, etc. Личность, когда у него есть эгоизм, когда считает себя отцом и так далее. That is the cause of his happiness and sorrow. Это для него причина радости и печали. Now, in deep sleep, that egoism goes away. В состоянии глубокого сна такой эгоизм проходит. So, an individual becomes free from all types of suffering. И личность освобождается от всякого рода страданий. That is. In deep sleep, people become free from all suffering because their ego of other or anything which is the cause of suffering and happiness, they disappear. В глубоком сне исчезает эго, а эго является источником страданий. Поэтому в глубоком сне страданий нет. Chapter will continue like this. Так, глава продолжается. It is very interesting, Swami. We are told three types of happiness. Три вида счастья. Вишаянанда, Виддхананда, Брахмананда.
Вишьянанда, Видьянанда и Брахмананда. Well, joy comes from object of senses. Радость от объектов чувств. That is Вишьянанда. And joy of learning Vidyananda. Радость учения. And joy of Brahman is Brahmananda. Радость Брахмана. Here these things are trying to be explained. Explained. Здесь это пытается объяснить. This chapter is maybe about Brahmananda. Это глава о Брахмананде. They are comparing with deep sleep. Которые сравнивают с глубоким сном. Thank you. Спасибо. Спасибо. Спасибо.